Здравствуйте, уважаемые моряки! Сегодня хотел бы рассказать про дальнейшее развитие канала «Ответ морякам». Как вы помните, я создал его несколько лет назад. На тот момент я работал в крюинге продолжительное время и решил сделать такой образовательный канал для моряков. Несмотря на то, что в интернете достаточно много информации, касающиеся именно работы моряков, разнообразных обучающих материалов, видео, я сделал упор на то, как моряку трудоустроиться, как ему работать с крюингом, как не попасть в руки к мошенникам. То есть я рассказал вам практически все, что знал, а может, не практически, а на все и рассказал, о тех моментах, с которыми может столкнуться моряк при поиске работы, то есть на берегу. За это время канал набрал больше 300 тысяч просмотров, более 3000 подписчиков, и это несмотря на то, что канал очень узкоспециализированный и является образовательным, а не развлекательным. Но времена изменились, я начал заниматься совершенно другим делом, но мне продолжали вы, уважаемые подписчики, присылать на электронную почту свои вопросы, и я понимал, что рано или поздно нужно все равно будет продолжить, потому что нельзя бросать такую аудиторию. Последние видео мои касались крымских моряков, которые попали в затруднительную ситуацию в связи с изменением статуса Крымского полуострова. И вот, к счастью для себя и к счастью для вас, я думаю, я нашел последователя в своем деле. Это Александр, это человек, который знает не только о работе крюинга, в котором он проработал более 10 лет и продолжает работать. Но этот человек также посвятил себя морю, работал судоводителем на танкерах. С этого момента Александр продолжит заниматься каналом «Ответы морякам», будет выпускать новые видео, будет, что самое главное, отвечать на все ваши вопросы. Так что передаю ему слово. Всем привет, меня зовут Александр, как меня уже представили. Когда я впервые увидел видео на канале «Ответы морякам», я очень удивился, что человек, работающий в крюинге, просто так, безвозмездно, не с какой-то целью рекламы, рассказывает людям, которые решили связать свою жизнь с морем, или действующим морякам, интересующие и наболевшие вопросы. Поэтому, когда он мне предложил продолжить это дело, я с радостью согласился, потому что за годы работы как в крюинге, так и на борту судна накопился очень большой багаж знаний и практического опыта, которым хочется делиться. С этой целью, помимо канала на YouTube, мы создали еще группы в социальных сетях для того, чтобы более быстро, оперативно отвечать на ваши вопросы. Кроме того, поскольку вопросы моряка касаются не только там, трудоустройства и работы в море, бывают еще нештатные ситуации, которые требуют юридического вмешательства, юридической помощи. Поэтому на этом канале мы также будем общаться с юристами, лучшими юристами в этой сфере. Большое количество вопросов у моряков связано с оформлением документов. Как оформить документы, что нужно для того, чтобы повыситься в должности или продлить диплом, какие документы нужно для офшорников. Поэтому подписывайтесь на наши группы в соцсетях, которые вы видите сейчас на экране, принимайте участие в голосовании на тему интересующей вас рубрики. Пишите свои вопросы, на которые мы обязательно найдем ответы. И следите за нашими видео. Всем спасибо. Пока.